Если вас обсуждают, значит вы личность. Запомните, никогда не обсуждают и не завидуют неудачникам. Завидуют лучшим, обсуждают лучших. О нас говорят плохо лишь те, кто хуже нас. А те, кто лучше нас, им просто не до нас. Чем сильнее и ярче личность, тем больше псов на нее лают от бессилия и зависти. Собаки лают, караван идет. Вы никогда не пройдете свой путь до конца, если будете останавливаться, чтобы бросить камень в каждую тявкающую собаку. Лучше быть центром внимания, имея неоднозначную репутацию, чем находиться в примитивном стаде осуждающих. Если вы нравитесь людям, вы хороши, а если вас еще и ненавидят, вы лучший.